Люди, что творите? Насорили? Уберите. Сегодня лозунг с этого плаката будет вотворен в жизнь. Сегодня на территории Кумысной поляны проходит фестиваль «Чистая нота», приуроченный году экологии. До начала музыкальной части фестиваля проходит субботник, в котором могут принять участие все желающие и помочь очистить наш парк от мусора. Почему вы решили принять участие и в воскресенье, вместо того, чтобы нежиться под одеялом, приехать на Кумысную поляну и собирать мусор? Во-первых, воздухом подышать, с народом пообщаться, посмотреть, что делается у нас. Мне нравится это место. Хочу, чтобы оно было чистым. Много уже насобирали мусора? Три пакета больших. Три огромных пакета? Да. Но люди просто не выбрасывают за собой. Они собирают и оставляют прямо в пакетах, не убирая. Мусор у нас лежит годами здесь. Люди приезжают, отдыхают, оставляют весь мусор, и на следующий год приезжаем мы и убираем. По-другому никак. Спустя час уборки у нас получилось 3 мешка отсортированного стекла, еще около 5 мешков бутылок и также еще алюминиевые банки. Мы еще не закончили, но, в принципе, этим уже можно гордиться. Но было бы лучше, если бы было больше волонтеров. Пока нас всего около 5 штук. В прошлом году мы проводили мероприятие, к нам приехало 150 человек, наверное, просто только на субботник. Вот. В этом году мы думали, что будет и лучше, конечно, больше людей, но все-таки это погода сказалась. У вас тут кафедра метеорологии и климатологии. Нет. Может быть, вы расскажете, почему 4 июня так холодно? Началось все с неудачного марта, который был теплее, чем все нормы климатические. Весна задала не тот фон, и получается, что и так дальше продолжение у нас будет, конечно, тепло. Оно обязательно будет. Вот. В следующем году? В этом году. Летом мы дождемся. Лето будет. Говорят, что оно даже будет не такое сильно жаркое, как обычно. Мы заметили, да? Да, вот. Вы Робин Гуд? Нет. А у вас нож там настоящий, острый? А, нож всегда остренький. А он используется как антураж для утвари. А, понятно. Я думала, просто вы взяли сюда там помидоры резать, там огурцы. Ну да, в том числе. Ты сколько уже пакетов мусора собрал? Покер. Даже я не мусорил. Ты не мусорил? Покер под названием.